Всем привет, с вами Братуха. Да, остается 17 часов, чтобы получить темпесты. Но я за 17 часов их не смогу получить. У меня только на горизонте кастрюля. Анцель. Притом я заблуждался, я думал, что после Анцеля будет Аркан. На самом деле, Карнейдж. Ради Карнейджа я бы постарался бы пройти Анцель еще раньше. И попробовать получить Карнейджа. Но, к сожалению, я думал, что Аркан. И Аркан я точно не хотел себе брать. Ну, в общем, все вы видите, что надо 22 убить врага. Таким составом пойдем убивать врага. Вот. Вперед, вперед, вперед. 22 человека надо ушатать. У меня 700 жетонов. Думаю, завтра вечером провести стрим по этому поводу. Прокрутить эти жетоны. Вот. С помощью вашего голосования. По 10 или по 100. Потому что по 1000 я не могу прокрутить. Физически невозможно это сделать. И надо мне убить 20. Самое легкое — это маяки, убийства. Самое сложное — это сделать победы. Это самое сложное. Я думаю, наложу музыку Димита, если она у меня сохранилась. Потому что странно, каким-то образом произошел бэкап у меня на телефоне после какого-то обновления. Так, и вот мы. Кто же тут у нас спрятался? Кто-то со щитом, смотрите. А раз со щитом, то надо уходить. Кто со щитом, это плохо. Вот какая-то странная происходит ерунда. Очень какая-то большая чувствительность. Прям нельзя прицелиться. Это плохо. Какая-то странная ерунда. Но мне нужен этот робот для убийства. И каким-то образом, блин, он выживает и убивает меня. Черт, я не убил его. Да, блин, жопа. Вроде я убил только одного Лео. И все. Вот еще один крутой перчик. Хоть пара ракет в него летит. И да, я его убиваю. Круто. Братуха его убил. Сделали бы хотя бы желтого цвета никнеймы игроков. Реально уже бесит то, что ты нифига не видишь. Вот еще один фраг в коллекцию братухи. О, да, это здорово. Я все ближе и ближе к тому, чтобы получить Анцель. Плохо то, что какие-то кнопки вот эти вот. Очень маленький экран, вообще очень маленький. Это какая-то хрень. А, пиксоники, верните нафиг обратно, не портите его игру. Этот грифон у нас уже отстрелялся своим прыжком, и он уже не сможет прыгать. Тем самым он становится легкой для нас мишенью. Там Наташка и вроде крыса. Но у нас тут есть маленько разбитый робот, которого можно улить и добить. Да, это классно. Прямо идем собирать урожай. Опа, леший. Лешего заклинило. Ну вы не увидите, скорость видео будет увеличена до 1.5. Раз. А вот то, что смайл против нас, это да. Вроде смайл против нас, или может другой смайл какой-то. Вот смайликов много. Всяких улыбается, и глазком подмигивает. И слезы свои пускает. Даже такие есть. Это у нас Серж. Серж. Я не знаю пока на чем Серж, но думаю, надо с ним познакомиться. Это паук. Это паук, и из-за того, что я не смог вовремя, ну, то есть правильно нажать кнопку, я выстрелил всего одной ракеты и, в общем, потерял эффект смещения ему щита. Играть невозможно. Кнопки очень маленькие. Не хочу, чтобы... А, вон там далеко, точно. Тогда прыгнем к нему в гости. И раздолбаем ему щит. И надо идти вперед, потому что справа у меня Лео поднимается. За мной Лео идет, вот он. О, так его можно убить. Иди сюда, братан. Пока он там на кого-то заагрился, мы ему тут в бочинку слили. Теперь наше дело какое? Правильно. Это что, гека, что ли? Ты что, парень, на геках? Ну, наших темпест... блин, наших хватит арканов пенат, чтобы этого Лео добрать, по идее. Главное его убить, а там умереть можно. Ну вот, мы его убили. Умерли. Ну, а тут всякие Наташки, ой, вообще не нажать. Вот видите, сейчас куда кнопку нажимаю для быстроты. А теперь она вот тут справа. Также и стрельба куда-то сместилась. Жесть, хрень какая-то. Вообще теперь играть не хочется. Есть вариант этого мелкого Гаррета снять, если бы он не бегал бы. Видите, он заедает его. Так, а если... Гаррета убили... А, я вроде убил. Так, а ты у нас будешь прыгать? Не успел. Ну, видимо, не судьба. Сейчас получу трибучет. Тыщ, пачку. Там грифон справа, я увидел. Маяк заберем на всякий случай. Грифон будет на нас прыгать, нет?
надо взять в автоприцел. А, и в автоприцел теперь трудно брать, да, точно, стопудово. В общем, ребята, не смог я никакими судьбами. Во, прям ко мне сам идет. Очканул. Давай, катись. Фу, блин, испортил всю картину. Три бучеты. Вы чё? А, вон там крыса. Саник Маник. Саник. Все, кто хочет ко мне связаться, ребят, связывайтесь. Имейте WhatsApp обязательно. Убил его не я. И зря я это сделал, потому что у меня не хватает ракет, чтобы раздолбать щитоносца. Хотя вроде убил его я. А это кто, паук? Ох. Паук-то с двумя дробашами. Вот, уже мне щит раздолбал. У меня уже дымится? Да, уже дымится, нету щита одного. Ну, слава богу, я выжил. Фу-у-у. Сколько, интересно, я укокошил. Анцель нужен, по любасу. Много анцелей не бывает. Миллион дамага. Это хорошо. 384 тысячи серебра мне дали за первую победу, плюс 30 тысяч. Это все, наверное, уложилось в общую сумму. Я не посмотрел, сколько я убил, но убил я достаточно. Мне надо убить сейчас 8 игроков. Кто-то просится к нам в клан, возможно, это даже ты. Ты сидишь и смотришь, и просишься, и тебя уже не приняли. Не приняли. 709 у нас очков. Ну, давайте сходим в бой, убьем 8 бойцов. На самом деле, как можно выполнять ивент, например, в чемпионке или в экспертах. В легендарке. Потому что, ну, попробуй ты там сделать 12-13 убийств, когда там все топовые игроки. Опять та же карта, ребят. Прям повезло, мертвый город. Я считаю, что там очень сложно выполнять, например, ну, по маякам еще куда ни шло. Все как бы на тяжах. Вот, собрал легкий состав, да бегаю на таких вот картах, как сейчас, да захватываю маяки. Но чтобы убить, или там, например, победы, ну, это каждый бой будет длиться, блин, как минимум, блин, по 10 минут, ребят. Потому что роботов много, роботы тяжелые, и... Ё-моё, как мимо меня прошло, наверное, значит, ушло в этого робота, да, скорее всего. Видите, в автоприсел попал этот робот, вот теперь меня идет. Сразу полробота нету, ошибись. Ну, получается, что он выполнил задание, хрен в нос. Убил его я. Да, это классно. Он в плане зацепился хером и не может упасть. Получает плюху. И братуха его забирает. 2. Осталось 6 человек. Вот этого мне не надо, парня. Но у него щит. А там что-то вроде мясное. Какой-то мясной рулетик. Просто вот прицел его взять бы, но... Опять его братуха забрал. 3. Так, ну а тут, наверное, надо просто отпрыгивать назад и маслать ему в щит. Смерть все равно неизбежна. Отлично, 3 убитых есть, осталось 3. 3 убитых есть, осталось 3. О, я в этот раз тоже перепрыгнул. О, здорово! Не знаю, ну, может быть, этот видеоролик будет скучный. Может быть, нет. Приехал с дачи, подуставший. Вот, и настроение такое вот сонное, полусонное. Тем более, еще Соня проснулась. Вот такое сонное царство было, когда я приехал, тут жена спала, все спали, короче. Мои принцессы спали. Вот, я огреб люля. Я огреб люля. Того парня убьют, наверное, раньше, да, чем я среагирую. А вот дохлый перец подойдет, отлично. Вот так, отлично. Падай, Лео. Упал. Лео упал. Ссылочка на музыку Димита будет находиться в описании видеоролика. Ууу, как нам повезло, ребят, смотрите. Еще один человечек убитый. Это хорошо. Это прямо реально круто. Чем ниже лига, тем быстрее выполняешь задание. Я, конечно, не призываю сливать. У каждого своя голова на плечах есть. Вот. Каждый может попасть в лигу ливеров, да и вообще в сам бан какой-то там. Так что, ребят, у каждого своя голова на плечах. Играйте там, где играете. Это будет безопаснее для вашего аккаунта. Сейчас мы маленько подождем, слукаем. Во, вроде можно сейчас уже продолжать. И, к сожалению, робота съел не я. Робота съел Вульф. Из клана Вульф. А это у нас Гепа. От Гепа я отпрыгну. Вот дохлого перца я бы съел. Мне бы хватило бы хп на дохлого перца. Ой, я уже, ребят, был отвлекся. Да, не хватило, я был отвлекся на афичка. На гепарда с афидами. Ну давайте, вроде время есть, последний убитый нам нужен. Для того, чтобы выполнить задание. 8 человек вроде надо было, или 6, я не помню. Вроде 8, тогда не последний. Тогда не последний вроде, да? Да. Мне, короче, вот там один, ну, видимо, тоже мой недруг написал, что давайте общий стримчик с Вованом Уникальным. Я думаю, что это будет, блин, какой-то непонятный стрим, но я, в принципе, не против, хотя парень ведет себя абсолютно неадекватно. Там в группе ВКонтакте пишет какую-то хрень.
Вот, постоянно что-то какие-то шоколадки, куколки, ну, в общем, как ребенок себя ведет. Хотя голос вроде мужской, но понятно, что IQ он не блещет. Он там все как-то очень маленько. Ну, о чем, просто думаю, о чем может состояться такой разговор? Я так, ну, о чем, о роботах поговорить? О чем можно с ними поговорить? Вот одного вроде убил, и, ребят, я думаю, 8 человек я явно не осилю. Сейчас, чтобы побеждать, забирать роботов, я думаю, надо мне маленько лукавить и забирать роботов. То есть ждать. Вот, блин, этот сейчас заберет, смотрите. Забрал. Ну, джопошник. Этого сейчас заберет, смотрите. Тоже, походу, собирает убийство. Ну, давай, вливай в него что-то. Вот, лей. А я потом подкину что-то. Лей, давай. Ух, ёпты. Не ожидал я. Так, короче, мне надо закинуть в того каким-то образом. Хоть какую-нибудь одну афиду. Или у этого. Одну афиду в щит. Вторую. А! Его кто-то съел. Сволочи. Его съел. А этот включает щит. Сейчас сверху один. Во, второй, третий. О, отлично. Еще один есть. Кто-то забрал. Какой-то хер тут был. На ракетках его запиздрячил. Я не обратил внимания, что за ник. Но явно это был плохой человек. Вот, и убили мы и роботы, и по маякам. В общем, чистая победа. Круто. Из дерева. 7 убитых. Блин, это плохо. Мне кажется, что я не выполнил. Да. Я убил 18 роботов, выполнил на голду, а надо одного робота убить. Это жопа. Что делать? Ну, в бой, конечно, а что делать? Ну, так, блин, всегда. То есть лишние 5-6 минут теперь в бою тыркаться. Я думаю, надо идти прям в лоб. Прямо их там останавливать и всей командой трепать. Да если правда меня тут не утрепают раньше. Так, ой, сюда. Вот так. Маячок заберем. О, хорошо. И думаю, надо идти направо, чтобы корсаков ловить. Да, там крыса, корсака два. Отлично, думаю, прямо сейчас я их там и буду чихать. Если повезет. Корсака возьмем сразу в автоприцел. О, это крыса. Черт, я ошибся, но крыса никуда от нас не уйдет. Режим стелс не вечен. А хп у крысы маловато, чтобы вот так выеживаться. А эти там, ничего не подозревая, бегут за маяком. Ну, бегите. О, это плохо. Это я получаю. Хорошо, что у него трибучеты были не полностью заряжены. Или... Ой, больно. Или у него это... Уже была разрядка в какого-то нашего человека. Самое опасное, это завалить крысу. Но я думаю, крыса будет катапультироваться. Что-то она прям встала и задумалась. Ой, не я добил крысу. Вообще как-то промахиваешься, жесть. Сам уничтожился, не дал мне. Давай, прыжок, быстрее, сейчас разберут, у меня жопа вся горит. Все, хрен тебе. О, этого тоже не убили. В общем, мы да неплохо так и тянем сейчас. Маячок сейчас забрать, и по маячкам быстрее победа будет. А одного ж мы убили. Ну, давай, стреляй. Сейчас мы заберем маяк, я спрячусь. Даже ценой своей жизни. Нахер я прыгал, продолжаю получать. Это хорошо. О, ребят, пошли в атаку. Очень маленькая кнопка. Что у этого за робота у нас? Надо открыть тараны. Очень маленькая, жесть. Кнопка старта. Ну что, можно прыгать на него? У него же вроде ракеты. А, фиды. Воу, я его убил. Это было классно. Все, надо идти теперь лоб и давить. Хотя, о, активизировались. Опа, врезался. Туловище активизировались, ребятухи. И сейчас будут наши маяки забирать. Туловище. Антель-то на самом деле такая штука нужная очень. Я бы сказал, зашибательская. И их по-любасу надо штук 5 иметь. Ну, вдруг ты, например, 5 ланселотов возьмешь. Ну, это же здорово. 5 лансов. Это круто. Которые защищены. Ты можешь полностью быть дефером и защищать свою команду. Что вот там за афитчик? Что за козел? Ну, надо его в прицел взять. Какой прыжок назначит? А, Паттон. Понятно. Ну, тут, короче, я дурачок. Вышел прям на всех толпой. А здесь я застрял. Смотрите, плечи мои такие широкие. Зашибись. Ну, можно развернуться и пройти боком. Как в жизни. Если плечи мешают, вернись боком, пройди, да? Еще с маяками все хорошо. Сейчас вот тот маячок отожмут. И вот тот отожмут, и мы начинаем проигрывать. Вперед, братуха, вперед. Дробаш. У тебя же есть дробаш. Я думаю, 5 залпов, и он труп.
Нет. Это я труп. Его съели. Паттона съели. Отлично. Вот и я просто и говорил сейчас. Три маяка уже красных. Так, пойдем налево. Лео какого-то хера ушел и не стал поддерживать Карнейджа в битве против меня. Он спрятался. Не подумал об этом. Не, маяк мы забрали. Все, победа. Можно уже никуда не идти. Анцель у братухи в кармане. Это здорово. Мне нравится. К сожалению, Карнейджа не получил разукрашенного. Это плохо. Это плохо, что я не получил Карнейджа. Обидно. Не успею получить стопудово. Хотя... Анцель я получил. Карнейдж. Ёкарный бабай. Надо 60 роботов. А может и успею, если подзадрачиваться сегодня. Может и Карнейджа получу. У меня еще ночь впереди. В общем, будет видно. Ребят, пишите в комментариях под этим видосиком, стоит ли мне или не стоит. 17 часов осталось. 17 часов. То есть до завтрашнего обеда можно получить попробовать Карнейджа. Так сегодня получается сегодня последний вечер, чтобы стримить розыгрыш голды. Так получается? Получается, да. Черт побери, что делать? Тогда сегодня надо стрим еще вести. Значит, наверное, время сколько? 16:54. Наверное, этот видосик вы увидите после стрима. Наверное, завтра, если получится с Карнейджем вместе. Ладненько, пацаны. В общем, прикол будет. Сегодняшний видосик будет после сегодняшнего стрима. Завтра. Ладненько, Анцеля мы получили. Ура, ура. Очень приятно. У меня их много. Анцеля у меня много. С вами был Братуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и ждите следующего ивента. Стопудово он будет такой же интересный, как и этот.